Этот мир в равновесии, Максим. А ты хочешь перемен. Ты обратился за помощью к мутантам, к жалким и несчастным людям, которым досталось в этом равновесии самая тяжкая доля. Но и они не хотят ничего менять. Тогда зачем? Потому что человек должен быть свободен. Кто ты такой, чтобы решать за них? Тебе нравится, Гай, твоя новая свобода? Ты счастлив? Я не знаю. Тебе страшно? Да. Сим. Твой отуманенный совестью разум утратил способность отличать настоящее добро от воображаемого. Твоя совесть слишком избалована. Разум должен прикрикнуть на нее и поставить на место. Совесть создает идеалы, а разум ищет средства, чтобы их достигнуть. Но эти средства никогда не лезут в рамки идеалов. И тогда оказывается, что или рамки нужно расширить, или совесть слегка подразмять. Твоя совесть хочет свергнуть неизвестных отцов. Разум дает совет. Поскольку изнутри тиранию взорвать невозможно, ударим по ней снаружи. Бросим на нее варваров. Пусть погибнут мутанты. Пусть русло голубой змеи заполнится трупами. Пусть начнется большая война. Ну что же, сказала совесть, поморщившись. Придется мне ради такого дела слегка огрубить. Да, Масаракш. Да! А что мне еще остается делать? За голубой змеей 40 миллионов людей, превращенные в ходячие деревяшки! Что ж, ты сила, Максим. И твое появление здесь уже означает неизбежное крушение равновесия нашего маленького мира. Но советую помнить. Не знаю, как в твоем мире, а в нашем никакая сила не остается долго без хозяина. Попробуй связаться со страной империи. Это все, что ты хотел узнать.